Нашла. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Мрия выходит из своего биоробота, тонкое тело становится рядом с ним. Я даю команду, если в биороботе находятся копии голограммы, чужеродные артефакты, все. Сейчас, значит, три силы моего намерения выходит и становится рядом с тонкой копией. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Я не вижу голограммы. Хорошо. Иначе нет голограмм. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком чистых энергий. Абсолютно берем Марию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Марии поднимайся в комнату диагностики. Кто-то мешает? На месте. Нет, у нее как прозрачная оболочка вокруг нее. Мария, мы приветствуем как Марию. Стеклянная. Стеклянная, ну, мы сейчас разберемся. Это кто-то закупировал. Хорошо, я обращаюсь к Марии. Мария, вы меня слышите? Кивает. Мы приветствуем Марию, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Кивает. Отлично. Так, это стеклянная оболочка стоит, да? Но она как прозрачная, да, вокруг нее. Хорошо, я даю команду, значит, три, это оболочка силы моего намерения, перемещается в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Она, знаешь, как жидкая. Оболочка? Да, она так и переместилась, как в таком жидком виде. Силуэт человека стал. Ну, все решим сейчас, без проблем. Пусть они дрожат. Хорошо. А ей сейчас легче? Но она к ней тянется, нет. Кто тянется? Оболочка? Тонкая копия. К этой оболочке? Да, но на нее показывает. Там ее часть души. Хорошо, я даю команду. Сила моего намерения. Подожди, нельзя так делать. Надо вытащить сначала, кто ответственный. Сначала она говорит, что мне нельзя без нее. Хорошо, и я даю команду тогда на счет три. Начинается возврат всех частиц души, находящихся в этой оболочке и принадлежащей Марии на счет три. Один. Два, три. Все частички души Марии возвращаются в ее тонкие тела, слетаются, где бы они ни находились, до числового значения 100%. Все возвращается назад. Все частицы души. Да будет так, а так и есть. Знаешь, ощущение, что эта оболочка, это ее какая-то зона комфорта. Это легко где проверить. Она себя спокойно чувствует. Летит что-то назад к ней? Частицы идут. Но она, знаешь, как сторону сердца держит и говорит, что это. Еще идет реверс? Нет, все. Кончил. Закончил. Хорошо, я даю команду. От этой оболочки выстраивается канал. И по каналу я притягиваю всех ответственных за эту оболочку. Один, два, три. Нахожу их во Вселенной, где бы они ни находились. Притягиваю их сюда силой своего намерения. Да, будет так, а так и есть. Это ее оболочка. Она сама ее создала. Хорошо. Если никто не притянулся, тогда мы можем спокойно начинать сканирование. Да, Вера? Да, но у нее канал есть к этой оболочке. Хорошо, значит, уже канал есть. Будем потом решать. Сначала надо провести всю процедуру. Я же не буду переходить сейчас к оболочке, да, правильно? Да, да. И я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать Марию, пространство. Вокруг нее систем тонких тел Марии находит все. У нее воронка под ногами, где-то по грудь ей. Хорошо, воронка должна уйти в клетку сейчас. Или мне ее убрать? И крутит ее демон. Ай, сейчас кто-то, кого-то я накручу. Они в клетке оба, и воронка, и демон. А сейчас да. Хорошо. Считай цифры над головой демона. 20. О, понятно. Хорошо, смотрим дальше. Знаешь, в руках как ручка такая от этой воронки, и вот он ее крутит. И я вытаскиваю эту ручку, и сейчас из его рук, один, два, три, и она перемещается в другую клетку. Он не имеет никакого воздействия больше на нее. Инкуб. Понятно.
Дальше. Они как застрял сканер дальше. Делаю ресет сканера 1, 2, 3. И сканер начинает, запускается по-новому. 1, 2, 3. И я даю команду на счет 3. Сканер повторяет всю процедуру поиска. Находит все, всех. Выстраивает каналы. И притягивает ответственных за эти каналы в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Пошло сканирование. А знаешь, почему тормозит? Почему? Она как отрешенная. То есть она как не здесь. У нее какая-то меланхолия ненормальная. Мария, я прошу вас, я обращаюсь к вам. Вы меня слышите, Мария? Слышит. Мария, вы должны сейчас концентрироваться полностью. Забудьте меланхолию и все. Сейчас ваша судьба в ваших руках, поэтому принимайте полную часть. И здесь очень важно ваше содействие. То есть вы должны своей волю, излияние, каждое мое слово воспринимать. Я говорю за вас. Это значит, вы это должны полностью через себя пропускать. И нигде... Я доверяю тебе. Я понимаю. Хорошо. Поехали дальше. Что у нас там? Сканер сканирует, да? Подожди, выталкивает кого-то. Усиливаем мощность сканера в 10 раз. Я чувствую сегодня... Дракон красный. Ах ты, паразит. Какая цифра над головой? Посмотри, пожалуйста, Верочка. 506. И спрут. Красный дракон, 506. Одна голова? На... На. Хорошо. И этот вопрос остался с этой оболочкой. Как она, что она, это мы потом узнаем. Хорошо, демон. Что ты здесь делаешь, а? Вообще, скажи мне. На каком основании ты находишься в биополе, Мария? Кто тебе здесь... Вот от Марии идет информация, что вот это... Ее некому защитить. Да. И она надела на себя вот эту оболочку. Хорошо, Мария. Мы вам поставим новую защиту. Эта защита, как вы видите, вас не защитила. В ней очень комфортно себя чувствовал демон 20-герцовый, инкуб, красный дракон и спрут. Поэтому я не думаю, что это хорошая вещь для вас, вот эта защита. Мы ее в конце потом уберем и поставим вам настоящую энергетическую защиту. Хорошо? Но она постоянно говорит, что я тебе доверяю. Я поняла, я тебе доверяю. Хорошо, Мария, доверяйте. Я вашего доверия, ваше доверие оправдаю. Поехали дальше. Хорошо, итак, я обращаюсь к демону. Демон, что ты здесь делаешь и как долго ты находишься в биополе? Он отвечает? 3 года. 3 года. Да, но вот он показывает вот эту воронку. Да. Как он ее крутил. А зачем он не ее крутил? Всегда выходил, заходил. Кто но она боролась. То есть она не подавлена полностью. Как по грудь, да, она завязалась в его воронке. Демон, почему ты пришел? Я тебя должен предупредить. Если ты сейчас несерьезно воспримешь эту ситуацию, в которой ты находишься, то я тебе очень быстро докажу, как я одним ударом срубаю рога и уменьшаю демона в 2 раза. Могу сжечь, могу превратить в кучку пепла, могу энергией царя Соломона тебя сжечь. Хочешь подарили этого? Мне... Кто тебе ее подарил? Ну, он показывает другого демона. Другого демона? Более высокого, с рогами. А как он вообще, этот демон, тут появился? Что он дарит кого-то кому-то? Кто ты такой вообще, этот демон второй? Выстраивается канал от этого демона 20-герцового к этому второму демону. 1, 2, 3. Я их притягиваю сюда. Второго демона притягиваю. Не можешь. Ничего нет. Его, ее биополе. Хорошо. Как этот демон, какой он она имел моя. Право? Что? Она что? Только моя. Отлично. И демон получает удар. 100 тысяч герц. Удар. Но он говорит, что ты меня бьешь. Я тебе говорю все как есть. Да ты не можешь. Что ты мне бред несешь? Тебе какой-то левый демон подарил какую-то чужую душу. Что ты мне рассказываешь? Где контракт? Где контракт с ней, что ты можешь здесь находиться? Контракта у меня с ней нет. Отлично. И демон тебе, Влад, срежь ему левый рог. Хватит, надоел, все. Уменьшай демона в 2 раза. 1, 2, 3, да будет так. Он говорит, да ты что, совсем
Открывая, открывая перед его... Подожди, оборзел. Ты хоть знаешь, с кем ты связался? Я? А ты знаешь, с кем ты связался? В моих руках появляется энергия царя Соломона. 1, 2, 3. А, значит, он мне говорит... Не мне говорит, а ну, как информация выдает, что у него какой-то эгрегор демонический, вот эта воронка, который его защитит. То есть он не один. Он входит в этот эгрегор. Ну а что ты думаешь, что я не уничтожу? И затягивает вот в эту воронку людей. Вот так вот. Хорошо, демон, ты уменьшился. Без рога он уже. Да. Хорошо, один рог тебе пока оставлю. Пока я еще не пришел к выводу. Я понял, ты мне врешь и будешь врать дальше. Поэтому ты сегодня испытаешь полностью всю силу. Ты видишь, это у меня в руках сейчас. Он говорит, что это культ. Какой культ? И мне надо верить. Демонический, который затягивает людей. Как еще тебе объяснять? Убираю энергию царя Соломона. Я тебе второй раз, еще один раз спрашиваю. Кто призывал тебя? Она или кто-то другой? Он говорит, что культом она была выбрана. Каким культом? Что ты мне за бред несешь? Тебя сейчас уничтожат здесь, а? Открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Сейчас я тебе культ покажу. Демоняка. Видишь это? Вот культ и карма одновременно для таких, как ты, паразитов. Если так дальше будет продолжаться наша дискуссия, то ты сегодня уйдешь в это ядро, закрывая портал галактической... Он тебе говорит, ты что, совсем тупой? Я же тебе объясняю. Люди поклоняются культу темному нашему и раздают нам души. Хорошо, и демон получает удар 150. Демон получает удар 150 тысяч герц за слова тупой, если он не понял, как надо вежливо обращаться. Ему больно, и он говорит, что вообще ничего не скажу тебе. Да я тебя сейчас и спрашивать не буду, я тебя просто порежу на части и отправлю тебя в галактическое ядро, и все. Какой нафиг культ? Что ты мне рассказываешь, придурок? Кто тебе дал право чужую душу брать? Ты не имеешь никакого отношения. Человек с тобой никаких контрактов не заключал. Никаких. Ты против его воли находишься в его биополе. Ты это не понимаешь сейчас, у дурок? Он говорит, я никогда не говорил, что я по ее воле. Ну вот и все. Я тебя спрашиваю, почему ты находишься в теле? Ты мне третий раз ерунду несешь про какие-то эгрегоры. Кто продал душу ее? Кто мог продать ее душу? Что ты несешь? Все, кто с тобой связаны, эти где? Где эти люди? Покажи мне их. Где эти колдуны? Вот же чернь поганая. Так, все, короче, демон. Плохо с тобой выглядит ситуация. Сегодня она для тебя закончится плачевно. Так, переходим к процедуре следующей. Я обращаюсь к инкубу, как долго ты находился в этом теле. Он тебе говорит, а почему ты думаешь, что ваши религиозные эгрегоры лучше этого? Что туда не приводят людей? Так же она мне досталась только с нижнего эгрегора. Ты что, действительно полуумный какой-то или что? Я у тебя спрашиваю, какие основания у тебя есть, что значит она тебе досталась? А ты знаешь, что я сегодня с Верой договорился, и ты достался мне. И я могу с тобой сделать все, что хочу. Вот у нас с ней такой эгрегор есть. И я сейчас открою портал в галактическое ядро и скину тебя туда, потому что ты просто паразит лживый. Вот у нас такой эгрегор. Что ты уже и делаешь. Что я и делаю, я почти делаю, но еще не сделал. Ты не понимаешь серьезности ситуации, в которую ты попал. Вот же ж. Ладно, хорошо. Я видел похлеще демонов, чем ты. Ты знаешь, 20-герцовый. Честно говоря, в 3 или 4 раза выше тебя уже видел. Вельзевул тебе говорит о чем-то, да? Много кто есть повыше его. Где он сейчас находится? Скажи мне, демон. Ничего он тебе не скажет. И демон получает удар. 200 тысяч герц удар. Влад, отрежь ему второй рог. Он говорит, что ты дебил. И достаю свой демонический пистолет. 1, 2, 3. Достаю свою серебряную демоническую пулю, вставляя в этот револьвер. Я тебе сейчас объясню, кто из нас дебил. Он говорит, что иду я, придут другие. А мне по барабану. Как ты, так и другие. Другие умнее тебя оказались, понимаешь, демоняка.
Ты просто не информированный. Я тебе еще раз задаю вопрос. Где находится Вельзевул сейчас? В вашем мире или нет? Он говорит, что это не касается моего присутствия. Я тебя спрашиваю здесь. Я тебе любые вопросы могу задавать. Ты мой заложник. Где он находится, я тебя спрашиваю. В вашем мире или нет? Влад, посылает. Он меня посылает, Влад. Дай ему, да положи его на землю, Влад. Дай ему такой удар, чтобы он лег. Ну, не убивай. Паразит. Он говорит, что ты идиот. Лежит на полу. Влад, дай ему еще один удар. У нас время есть. Он отключился. Отключился он. Хорошо, отлично. Это все равно нам не помешает провести реверс. Продолжим дальше. Я даю команду тонкой купе Марии спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой купе произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ назад. Усиливаем мощность потока в 100 раз. Все, до последнего микрона назад. Так, инкуб, сколько ты сидел в этом теле? Если ты не хочешь повторить судьбу вот этого клоуна, который рядом с тобой лежит, отвечай на мои вопросы. 2 года. 2 года. Кто тебя привел? Он привел. Демон привел, да? Да. Так, красный дракон, на каком основании ты находишься в этом биополе? Кто тебе здесь рад? Он без основания. Без основания? И как долго ты без основания находился в ее биополе? 6 лет. 6 лет. И что ты у нее воровал? Я предупреждаю сразу. Все, кто не отвечает на мои вопросы, заканчивают так, как демоняка сегодня. Разные энергии воровал. Разные энергии воровал. Хорошо. А что ты ей дал за это? Какие иллюзии? Какой контракт ты с ней заключил? Как ты вошел вообще в ее биополе? Реверс идет, Вера? Идет. Отлично. А во сне пришел. Кем представился? Мужчиной-защитником. Ну, и она взяла тебя как защитника, да? Она согласилась. И какую защиту ты ей дал? Это вода, которая там находится в клетке, это не твоя, случайно? Водяная защита. Он говорит, что это не вода, но я научил ее. Что это такое? Ты ей дал идею. Это определенные чувства, которыми она защищалась. Понятно. Но это же, в принципе, ноль действия вообще. Она безрезультативна. А какие защиты? Посмотри, демон, инкуб, ты. Спрут. Какие защиты? Ты просто ее обманул, правильно? Скажи мне честно. В чем-то да. А в чем не обманул, скажи мне? Она научилась жить с этим. Ты знаешь, как она несчастлива из-за этого всего? Ты знаешь, как ей трудно жить? И ты говоришь, она научилась с этим жить, дракон? Второе предупреждение. Я вижу, у тебя уровень осознанности слишком низкий, 506 всего. Поэтому я тебе второй шанс еще раз даю. Если я не замечу правды в твоих словах, я достану печать дракона. И такую головную боль тебе устрою, уменьшив тебя в 3 раза, поверь мне. Уменьшу крылья, повешу по 500 килограмм на каждую лапу и посмотрим, как ты полетишь. Поэтому я тебя спрашиваю последний раз. Расскажи мне, как ты обманул ее. Что ты ей, какие иллюзии ты ей давал? Ну, он зашел к ней как во сне. Защитник да. Представился, сказал, что надо делать. А дальше работал на ее, что это чувства, эмоции. То есть она выделяла определенную реакцию, этим создавала вот свои как безразличия, меланхолия, как отстранялась от всего. Отторжение от всего. Да, оболочка наросла. Понятно, хорошо. Значит, мы можем спокойно эту оболочку теперь уничтожить, Вера.
Теперь мы знаем ее причину. Это лживая оболочка. Открывается под ней портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И она улетает в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. Реверс закончился? Да. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой в порядке реверса. Мария забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Мария себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Посмотри, пожалуйста, что от демона идет. Физическая красная энергия. Хорошо. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 7. 7 лет. Понятно. Синхронизирован по полной. У тебя там есть подключки свои? Жидкость? Есть. Хорошо. Я потом дам команду, после реверса выйдешь, все высосешь. Потому что те, кто не пройдут проверку, после реверса энергии я дам команду всем вытащить, кто что оставил. Те, кто не... После этого я проведу проверку. Кто проверку не пройдет, тот уйдет в галактическое ядро. Все просто. Всем понятно. Поехали. Ждем тогда окончания реверса. От кого больше всех идет? Посмотри, пожалуйста, Вера. Энергии от всех много идет. Ага. То драконы идут разноцветные. Понятно. Демоняка лежит или уже встал? Лежит. Лежит, хорошо. Закончили. Отлично, хорошо. Так, и я даю команду сейчас. Спрут, выходишь. Вытаскиваешь все, что ты оставил, отсасываешь всю жидкость. Ничего не забывай, чтобы на проверке ты прошел ее. Если не пройдешь, сам виноват. Но он рванул собирать, на голове у него все. Как туман такой он ей создавал, вот эта каша в голове. Вот это слово, каша в голове, вот так вот она и... наступает благодаря вот таким вот. Ну, как присоски с нее отрывает, снимает. Аккуратно снимай. Если повредишь что-то, я тебя поврежу немножко. Он напуган. Ты знаешь, она вся в его присосках. Живот, плечи. Да, и много ты спрут наделал, делов много. Не ты знаю. Собрал. Все собрал, хорошо. Красный дракон, выходишь сейчас, вытаскиваешь свои платы, подключки, все вытаскиваешь. Ничего не забываешь, ни одного проводочка. Спина полностью. Провода в голове. Угу. А спереди тоже. Вдоль рук. Готово. Так, и у нас еще остался инкуб, сейчас выходит, или он вышел, нет, еще не выходил. Выходит инкуб, вытаскивает все, что он оставил. Если сделает глупость и попробует своим языком куда-то там пройти, я его отрежу, я сразу говорю. Он ей неприятен, он с рук у нее снимает полностью, как лакированные такие черные перчатки до самых плечей. Так кому может быть приятен этот паразит? Хотя есть особи. Он снялся. Так, и я даю команду все, что сейчас осталось на чистоте демона. Сила моего намерения разрезается и безболезненно выходит из биополя. Мария, 1, 2, 3. Начинает все выходить, все нити. Начинает формироваться в шар перед ней. Все, что демон установил на его чистоте, все выходит. Включая внутренний белый свет Марии, 1, 2, 3. Она вытесняет своей белой чистой энергией все, что оставил демон. Все его присадки, все выходит. Но у нее чернота от него на ногах. На одной выше колена, на другой по щиколотку. Все, до последнего микрона. Выходит, все в шар формируется. Готово. А что там было из его этих, что он, ленточки, или где он руки перевязал, ноги, что там? У нее колготки были от него. Колготки. И на руках тоже руки, как красные ленты привязаны. Но вот ноги у нее пострадали, они чернели. От этого всего, да? Да, от воронки и вот...
от воронки больше. То есть одна нога, говорю, черная по щиколотку, другая выше колена. Вот эта вся чернота сейчас намоталась вместе с красными лентами и колготками. Отлично. Под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот шар улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Безотходное производство у нас. Экологически чистое. Готово. Хорошо. Так, и я сейчас даю команду на рассинхронизацию энергии Марии с энергией демона, инкуба, красного дракона и спрутана микрона и числового значения 100%. Рассинхронизация заканчивается автоматически, когда 100% достигнуто. Готово. Отлично. Хорошо. И я подхожу к Марии, кладу руки на плечи и своей собственной энергией, помогая ей произвести импульс высокого вибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и все каналы, остатки улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. И я даю команду Мария, на счет 3, начинает выдавливать из себя, точно так же, как она выдавливала энергии дракона, демона, остаточные энергии на частоте инкуба, красного дракона и спрута. 1, 2, 3. Пошел 100% чистой энергии Марии. Но она вот сейчас пришла в себя. Угу. Она вообще в шоке, что-то видит. И она, все... я так понимаю, умеет делать это. Она, ну, как выталкивает эту энергию, но ее много нет. Она вышла все же, как капли такие. Все пусть выходит, правильно, хорошо. Все вышло? Да, небольшой круг такие капли. Открывается портал под ним галактическое ядро, и он улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И я даю команду сканеру, значит, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Марии. Контрольное сканирование находит все. Мелкие частицы уничтожаются на месте. Она чистая. Отлично. Хорошо. Все. Так, спрут, красный дракон, инкуб. Я обращаюсь к вам. Вы больше в это тело никогда не придете. Оно находится под нашей защитой. Человек прочитает сегодня манифест. Все контракты будут аннулированы. Если вы второй раз повторно зайдете в это биополе, которое мы будем контролировать, я вас через 10 минут найду. И через 10 минут вы будете стоять в этой клетке и посмотрите на демона. Это еще не конец. Поэтому найдите себе новое место обитания. Всем понятно? Да, все понятно. Все. Хорошо. Спрут готов уходить? Да, он волнуется очень. Готов уходить. Забирай все, что ты оставил. И открывая портал наверху против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Забирает все, что с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты никогда больше в это биополе не зайдешь. Слово красного дракона. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Инкуб, ты все понял? Да, он понял. Для тебя это... Правда, неприятный. Для тебя это тело табу. Просто табу. Все, открывается внизу портал в галактическое ядро. О, стоп! Открывается портал внизу на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Он злой такой. Ну, да, что? Хорошо. Ему надо было вернуть его назад. Ладно, хорошо. Так, и у нас там эта демоняка осталась лежать еще, да? Он еще не пришел в себя? Нет. Может, его водичкой святой полить, а? Демон. Вставай давай. Работа ждет. Паразит. Ему продали. Я тебе сегодня продам. Хорошо, поехали дальше. Все, пусть там лежит. Мы сейчас контракт будем аннулировать, и там все найдем. Всех остальных. Поехали по частотам, Вера. Все, мы, всех мы отпустили. И переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое нас есть... спрашивает, что с ним будет. Кто? Том какой. И с кем будет? С демоном. А что она хочет, чтобы с ним было? Мария, это ваш заложник. Он вам причинял больше всех вреда. Она говорит, что я хочу, чтобы не переближался.
ко мне, к моим детям. Он сказал, что если не он, то другие придут. Поэтому нам надо найти причину, и мы сейчас ее будем искать. Мы будем проходить по всем частотам, будем аннулировать все контракты, которые заключены вместо вас, против вашей воли. И когда мы все это аннулируем, подойдем к этому моменту и будем решать, что делать с этим, вот этим чудищем, которое там мелкое валяется в клетке. Хорошо? Хорошо. Сейчас все хорошо, Мария, не беспокойтесь, все под контролем. Переходим на чистоту магическое воздействие, если таково есть или было, оно проявляется. Знаешь, они как салют сбоку. Салют. Вот из одной точки вот такой выходит, как салют. Замечательно. И я даю команду, сил моего намерения, этот салют улетает в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Да. И я даю команду, сейчас на счет 3 выстраивается канал от этого салюта к ответственным. И я их на счет 3 притягиваю в клетку тюрьму по их ДНК. 1, 2, 3. Канал выстраивается и притягивает всех ответственных за это магическое воздействие в клетку тюрьму. Но здесь люди, их несколько, и как демон сказал, они как в одеждах. И каждого демона из них. Отлично. Рога на голове. Рога у них, сатанисты, отлично. Разбивая каждого в клетке, в отдельной стоит на своей чистоте. 1, 2, 3, 4 клетки. Они не разбиваются. Не то разбиваются. То есть это как... Группа? Ну, культ, он правильно сказал. Угу. Сатанисты. И от них идет канал к воронке тоже. Хорошо. И дальше к демону. Хорошо, Влад, просканируй, пожалуйста, всю вот эту кодлу, стоящую в клетке, на наличие магической защиты. Приступай к лазерам. А у них есть защита, конечно. Влад, и давай сожги эту защиту мощнейшим ударом, выбирая оружие сам. 1, 2, 3. Прах превращается их защита магическая силой намерения моего и силой любви отца. Ну вот сейчас один услышал, он развернулся, на тебя смотрит. Остальные они как мыслеформы такие застывшие. Так, это не органические три мыслеформы, которые там? Или органические? Давай поставим маячок зеленый. Нет, они не органические. А они кто не... просто как... символ культа. Хорошо, они никакое влияние на это не имели или имели? Но они все вместе решают. Все вместе. А кого затянуть и кого накормить. Понятно. Демонам скормить. Понятно. А вот этот, который там обернулся к нам сейчас, это кто? Он ее привел туда. Он ее туда привел. Так, Влад, ты жёг его защиту или нет? Да. Отлично. Поэтому он тебя услышал. Хорошо. И сейчас в моих руках появляется большой шар энергии любви отца. И я бросаю в него этот шар. И в этих троих, 1, 2, 3, все получают энергию любви отца. Ну вот эти три, они исчезли. Замечательно. Хорошо. Это был эгрегор. И а этот... его жгет. Замечательно. Жгет, но он плачет. Открывается над ним поток любви абсолюта и заливает эту его комнатку в клетке тюрьме, где он находится. Ты знаешь, он хочет туда, но тот, кто у него сидит, ему плохо от этого потока энергии. Хорошо, подождем. Может. Он приказывает, хватит. Кто приказывает? Демон? Внутри него, да. Демон, выходи. Если нет, хочешь. Он ему приказывает. Он не будет. Выходить так, как он не связан. Хорошо. Тот, кто связан, ты его видишь. И усиливаем мощность потока в 10 раз. Пошел свет любви отца. Полностью заливает его, сжигает весь негатив, находящийся там. Все черное превращается в прах. Только свет любви отца остается. Единственная сила. Но ты не можешь это сделать.
Там целый культ. Хорошо, хоть одного голова будет болеть. Итак, колдун, называй свое имя, или я тебя сейчас просто здесь начну наказывать. Кто ты такой? Он говорит Алекс. Настоящее имя назови. Смеяться. Влад, дай ему удар, чтобы он не смеялся. Удар. Он пытается, ну, влиять на тебя. О, Влад, на нас влияет. А ну-ка, дай ему отпор, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что ты умеешь. Покажи, пожалуйста. Он не ожидал. Он считает себя под защитой. Да? Ну и где твоя защита, клоун? Вон твоя защита в соседней клетке лежит. Посмотри. Он говорит, что происходит. И в моих руках формируется шар любви добра отца. 1, 2, 3. Я кидаю в него, оно входит полностью в его ауру. Полностью во все тонкие тела входит. И по всему телу расходится этот замечательный свет любви отца. Это чистый свет. Но он как корчится. Я тебя второй раз спрашиваю, как твое имя, клоун? В смысле, колдун. Молчит, Вера? Ну, ощущение, что он забыл. От него какая-то информация была, что у него было другое имя. Так, когда ты сделал магию, какую магию ты сделал? Я тебя спрашиваю. Если ты не будешь со мной коммуницировать, мне отвечать, я на тебя начинаю воздействовать. Ну, он в культе сам. И привел ее душу туда. А какое ты имел право приводить чужую душу? Кто ты такой вообще? Кто? Кто ты вообще такой? Какое ты имел право чужую душу брать, божественную? Он говорит, что мы с ней одно целое. В каком плане одно целое? Она обещала быть со мной, пока смерть не разлучит нас. Так ты ее бывший супруг? Он смеется. Отлично, Влад, дай ему. И в моих руках активируется печать семи архангелов. Я концентрирую мощнейший свет в этой печати и даю ему такой удар, что он отлетает на другую сторону клетки. Удар. Ну, он отлетел, она обожгла его. Чернь поганая. Хорошо, ты сегодня такой откат получишь. Я тебе обещаю. Хорошо, поехали дальше. Значит, у нас сегодня магическое воздействие. Тогда давай сделаем ему возврат этого всего, что он сделал. Мы можем это сделать, Вера? Ну, боль идет от нее, боль. И я выстраиваю сейчас силы моего намерения канал от Марии к этому клоуну, который там находится. А счет 3, 1, 2, 3. И на счет 3 Мария начинает откат всей своей боли за все годы, которые она получила от этого человека. На счет 3. 1, 2, 3. Мария, давайте, включайте белый свет, всю свою боль, возвращайте назад. Все, что у вас болело, все пошло назад за все эти годы. За 3 минуты все возвращается назад. Да будет так, а так но и есть. Боль. У нее, знаешь, боль идет не физическая. Душевная. Даже я бы сказала, какая-то моральная, что ли, боль и безысходность. Все возвращайте ему, все назад. Усиливаем потоки в 100 раз. Давайте откат, Мария. Она, знаешь, дышать не может, как задыхается, и вот это все уходит по каналу к нему. И я подхожу к Марии, кладу руки на плечи и помогаю ей своей энергией вытолкнуть все, что осталось. Всю эту боль. На счет 3, 1, 2, 3. Пошел свет. До последнего микрона вся боль уходит назад к тому, кто ее причинил. Она вокруг него окутывает его, эта боль. И входит в его биополе силой моего намерения. 1, 2, 3. В те же места, туда же входит. За сердце он держится. Бывает. Голова. Кричит, что она сама виновата. В чем? В чем? Что тебя встретила? Возможно. Он говорит, что она не любила меня. А за что тебя любить, колдун?
За что тебя любить? Но вышла замуж. Видать, было что-то. Но ты перешел все границы. Ты ее душу пытался... Это ее наказание, что она меня не ценила. Да, а что ты думаешь, это ее наказание, а не твое? Ты еще подожди, ты посмотри на этого демона, которого ты прислал в соседней клетке. Посмотри, где он и какой он сейчас. О каком наказании ты говоришь? Я сейчас спрошу у него, не хочет ли он зайти к тебе случайно. И как ты думаешь, что он мне скажет? Хотя, в принципе, ты все равно в ад уйдешь за свои деяния, так что с тобой разговаривать. Я тебе еще сегодня пару подарков сделаю. Он знает. Он знает, что? Что он в ад уйдет. Отлично, хорошо. Она значит, вернула ему все бот. Отлично, замечательно. И на счет три. Я помогаю Марии, мы сжигаем этот канал ударом. 1, 2, 3, удар. Сжигается канал к нему. Открывается портал в галактическое ядро и улетает этот остатки канала в галактическое ядро на переработку. Поехали дальше. Все, сейчас я подхожу к этому типа Алексу. Появляется мой перстень магический. 1, 2, 3. Открываю его и дую в перстень. Стираю ему полностью магическую память. Полностью. Форматирую память. Ничего не помнит. Ни одного магического воздействия. Ничего. Ни одного заклятия. Ни одно заклятие не доходит до цели. Вошел порошок, Вера? Смотри, порошок вошел. Он за голову держится. Угу. Как его зовут? Как тебя зовут? Он говорит, Андрей, ты кто? А как ты здесь оказался, Андрей? Что ты здесь делаешь? Он говорит, я вообще не понял, где я. Да? А кто вот это рядом стоит с тобой, эту девушку, ты знаешь? Маша. Маша. А какие у тебя отношения с Машей? У нас общие дети. Понятно. Скажи, пожалуйста, а зачем ты тогда продал ее душу демоническому миру? Пытался, вернее, продать. Он говорит, о чем ты, где я вообще? Хорошо, все, замер в клетке, поехали дальше. Мы работаем, потом я тебе все объясню. Переходим на чистоту неупокоенной бесплотной души, если такого есть, они проявляются. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Чисто. Переходим на чистоту негативной эгрегора, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. У нее есть что-то размытое такое есть. Хорошо, отлично. Мария, я спрашиваю вас, вы готовы отсечь эти негативные энергии, эгрегоры? Готова. Проводим работу по отключению. Тонкая копия приняла решение, от каких эгрегоров она хочет отключиться. И сейчас мне хватит энергии самой импульс сделать, Вера? Мы еще не заправляли. Давай, я помогу ей. Я подхожу к ней, кладу руки на плечи и помогаю ей воссоздать импульс высоковибрационного шокового удара и отсечь от себя. На счет три. Негативно воздействующие на ее жизнь, здоровье биополя эгрегоры. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Сжигает все негативные эгрегоры. Удар мощный. Сжег все. Она напугалась. Не ожидала такого. Да, Мария, вы это тоже можете делать. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все эгрегоры улетают на переработку. 1, 2, 3. Переходим к аннулированию контрактов. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Мария должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Ну, вот она улыбается, сейчас кивает, да. Отлично, хорошо. Я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Я. Вызывая все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Вышли договора? Ну, не есть договора. Хорошо. И так, давай, если есть демонический какой-то контракт, он подсвечивается ярко-красным цветом. Ты знаешь, он черным подсвечивается, черным. Как вот эта воронка.
Вот. И культ, вот что они показывали. Отлично. И Вот вот он мы... таким цветом. Замечательно, Мария, это вот это то, что мы искали. Это есть тот контракт, который вместо вас заключила вот это человеком трудно назвать, скажу, сущность, стоящая в клетке и пытавшаяся что-то вас продать. Сейчас мы это все будем аннулировать. Вы готовы это аннулировать? Да, она готова, конечно, готова. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего возврата энергии, если таковая есть, и контракты улетают в галактическое ядро на переработку. Все. Человеческая энергия к ней вернулась. Замечательно. Вот это оно и есть. Закрывай воронку, опечатай, растворяй. Готово. Манифест. Пусть повторяет за мной. Мария, все хорошо, мы уже уничтожили. Она все видит. Отлично. Я беру ответственность. Повторяйте за мной. В воплощениях, временах и снах. Сила моего намерения. Да, будет так. А так и есть. Прочитала она? Она прочитала. И у нее энергии внутри бурлят. Она знает, кто она. Замечательно. Хорошо. Значит, мы поможем человеку узнать, кто она. Подсоедини тонкую копию к источнику высоковибрационной чистой энергии, которую Мария получает во время сна. Запроси биополе, сколько энергии нужно Марии до полного восстановления и корректировки. 400. Отлично. И на счет 3 в биополе Марии начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Все необходимые цвета начинают поступать в нее. Заполняются пустоты. Мощность потока усиливается. Пускаем ей канал энергии на счет 3, 1, 2, 3. Энергия поступает во все поля, залечивает нанесенный ущерб интерферентами. Проходит полная регенерация, восстановление. Готово. Хорошо. Какая частота вибрации максимально комфортна для биополя Марии сейчас? 27. И поднимаем уровень эмоционального состояния Марии до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Распушилась. Замечательно. Видать, космическая душа. Или же посмотрим дальше. Запускаем процесс активации и идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. На ангел. У нее крылья открылись. Не было никаких сомнений. Хорошо. И шансы этого демоняки в клетке становятся все меньше и меньше. Влад, вылей на него ведро какой-то жидкости, чтобы он пришел в себя. 1, 2, 3. Он сидит. Ну что, демоняка, видишь, какая ситуация? Мы-то узнали, что ты ангела хотел убить. Плохо у тебя карты сейчас лежат, плохо. Контракт аннулирован, мы все нашли. Ты все считаешь до сих пор, что я придурок? Ну, посылаю тебя. Влад, дай ему удар такой, чтобы он не посылал меня, удар. Ругается. Хорошо, отлично. Закрывай ему рот. 1, 2, 3. Хорошо, создаем защитную оболочку. Подсоедини тонкую копию Марии. Создание защитного каркаса в биополе Марии. Пошел процесс. Готово. И открываем, чтобы демону не было скучно. Поток божественной энергии любви отца в его клетке. 1, 2, 3. Пошел свет. Кричит. Чтобы ему там темно не было. Скажешь, когда выключить. Кричит и ругается. Вот когда перестанет ругаться, тогда, может, выключу. Могу усилить демоняка. Включаю, он упал. Выключаю свет.
Хорошо, все, поехали дальше. Пусть тонкая копия Марии вспомнит самый счастливый момент своей жизни и даст нам это числовое значение. 700. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Марии до числового значения 700 Гц. Пошел, подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Все, мы закончили чистку. Давай этого придурка выкинем оттуда, куда он пришел. Он у нас уменьшен еще, да? Кто? У нас много кого здесь. А кто у нас там еще? А, все же практически, да? Андрей, потом Воронка с каким-то культом. А Андрей Воронка. Инструмент, которым демон крутил эту воронку. И сам демон, который сидел, сейчас скатился, на полу лежит. Понятно. Хорошо, значит, мы тогда переходим к первой, к чему это, к воронке. Мы ее будем уничтожать сейчас вместе с пультом. Хорошо? Давай. Открывается портал под ним. Галактическое ядро 1, 2, 3. Они улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Так, что у нас там из артефактов еще осталось? Все. Все. Остался только демон, и этот Андрей, да? Угу. Хорошо. Я подхожу к Андрею и даю ему установку. Андрей, смотрите сюда внимательно. С сегодняшнего дня вы начинаете испытывать, идете думать о ней негативно. Программа действует, программа активирована. Да, будет так, а так и есть. Ну, хорошо. Смотри, он... Да. Стоит, да, вот у него голова, плечи и как-то углом вот таким, когда шеи, от шеи идет такой угол, вот это все внизу чернота, этот угол, а вот плечи и голова, они, ну, сейчас светлые. И вот они взяли твою установку, все остальное будет нарушать ее. То есть он практически уже на 90% засосан этой энергией. Хорошо, без проблем. Программа действует. Если я получу малейшую жалобу от Марии, что у нее что-то не в порядке, я вытащу через 10 секунд любого колдуна, любого демоняку и любого, кто с ними будет связан по каналам. Тут даже без разговоров. Поэтому открываю сейчас портал. На чистоте этого Андрея 1, 2, 3. Он уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Пусть все помнит. Готово. Отлично. И демоняк у нас там остался, да? Да. Хорошо, возвращаем ему первозданные размеры. 1, 2, 3. Готово. Открывая под ним портал на его чистоте и выкидываю, вышвыриваю его туда вместе со всем, что он туда принес. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Закрывая, печатай, растворяй, ставь огненную пентаграмму. Готово. Замечательно. Все, мы закончили чистку. У нас остались еще чистка квартиры и куратор. Переходим тогда к куратору, да, Вера? Угу. Хорошо. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти, если это ангел, друга Марии, в нашу комнату диагностики. Прошу, придите. Уважаемый куратор, учитель, друг. Малик, ангел. Малик, мужчина? Да. Малик, мы приветствуем ангела Малик. Не, он приветствует всех. Мы сегодня проводили чистку, еще одного ангела спасли, аннулировали контракты, вытащили все, что было в биополе из интерферентов, заправили Марию энергиями, увидели крылья и уже знали, кто к нам придет. Мы приветствуем представителя. Он говорит, что вы сделали первый шаг, но борьба еще не закончена. На этом примере вы можете видеть воочию борьбу добра и зла. Безусловно. А мы не собираемся сдаваться. Вы же знаете. Поэтому мы и дальше. Он говорит, что нельзя воевать без участия Марии. Она должна принимать участие, выставлять защиту и противостоять. Сначала надо знать, в чем причина была. Человек только узнал, что ее душу продали. Вот этот мужчина, который был, он продал ее душу. А он говорит теперь, когда она знает, кто она.
Теперь, когда она знает, безусловно, она должна это все делать сама. На первом этапе мы помогли ей только избавиться от этого всего и по мере возможности наказали ответственных за то, что они сделали. Он говорит, что ей очень поможет на физическом плане манифест. Каждое Хорошо. Слово вникать и проговаривать. Замечательно. Я передам ей этот текст манифеста, она его получит от нас, она будет его читать и вникать в каждое слово. Уважаемый Малик, Малик или Малик? Малик, да? Ударение правильно поставил? Как угодно. Главное. Хорошо. Я понял, вы все равно это имя, которое по вибрациям похоже к вашему. Малик, я прошу вас тогда, если вы хотите сейчас, давайте проведем этот ритуал, активируйте, пропустим по кругу ангельскую энергию. Наверняка вы хотите это сделать. Давайте это сделаем, и мы потом переходим свободно к вопросам. А ну, они ладошки коснулись друг друга, держат вот так ладошки. Одна на другой. Отлично. И энергии у них внизу вверх идут, потом опять вниз. Через руки проходит. Готово. Замечательно. Благодарю вас, уважаемый Малик. Я тогда перехожу к вопросам. На каком уровне находится высшая я Марии сейчас? На 10-м. 10-й уровень. Сколько процентов негативной энергии набрано в этой жизни? 30. 30%. Хорошо. Сколько кармических узлов у меня всего и сколько я уже прошла? 4-й проходишь. Еще 2. Мое предназначение или миссия, если таковая есть? Ну, ангелов одна миссия — нести свет. Это так. Благодарю вас. Мы просто не первый раз встречаемся с ангелами, кураторами, и мы этот вопрос уже сотни раз задавали, поэтому простите, что я за вас ответил, уважаемый Малик. Хорошо, перехожу к следующему вопросу. Подожди, он еще показывает, что она запуталась в своей миссии. Запуталась. Как вы думаете, у нее сейчас пойдет прозрение какое-то после нашей чистки? Много чего она в этой жизни делала не от души. Поэтому и столько энергии набрала. 30 это немножко. 30 это немало, я вам честно скажу, потому что 30 это уже такой уровень, стоит я задумать. Я не зря сказал про манифест. Да, да. Там да. есть слова за ответственность. Беру ответственность за свою жизнь в свои руки, безусловно. Это и есть намерение. Благодарю вас, уважаемый. Поэтому каждое слово должно прочитывать и понимать, что ответственность также на ней. Не только на тех, кто входит в нее, но в первую очередь на ней. Скажите, Малик, а как если, исходя из этой ситуации, из этой черной магии, которую мы сегодня, какая может быть на ней ответственность? Она действительно есть? Она виновата в чем-то? Да. Она довела до этой ситуации. Хорошо, Мария, вы слышали? Связь с этим человеком была корысть. Связь с этим человеком была корысть. А это цена... Изначально. То есть это цена за эту корость получается, да? Так получается. К сожалению. Ну или, скажем, опыт. Хорошо. Сейчас нету этого все... цены. Нет цены. Нету цены. Определенной цены нету. Объясню. Пожалуйста. Нету какого-то наказания, как у вас в тюрьмах 5 лет, 10 лет или что-то подобное. Должно прийти осознание, почему. Только тогда цепи будут обрублены. Поэтому манифест поможет. Каждое слово. Особенно про то, что ответственность за дела и слова лежат на ней в первую очередь. И поступки. То, что не от души, возвращается всех по-разному. И на разный срок, пока человек не осознает. О, да. А это может быть даже несколько жизней, к сожалению.
Может быть и так. У меня учитель Архангел Ханиил, и мы просто разговаривали на эти темы, и мы разговаривали насчет этих людей, которые сначала что-то не видят. Например, мы разговаривали о религии, о веру в Отца. И там были такие слова: те, кто не поймут в этой жизни, где свет, а где тьма, те будут постоянно возвращаться в эту ситуацию опять к выбору. Опять будут возвращаться опять к выбору, пока они не примут правильный выбор. Тогда этот круг когда-то, возможно, и остановится. Хорошо. Мы переходим дальше, к следующему вопросу. Вы позволите? Да. Шестой вопрос. Почему у меня на протяжении всей жизни нет возможности реализации своего интеллектуального и творческого потенциала? Как бы я заблокирована в четырех стенах? Это неправда. На протяжении всей жизни ты сама откладывала это на потом. Ответственность в первую очередь на тебе. Ты выбирала другое. И надо за свои поступки стоять прямо, безусловно. Второе. Да. Ты не до конца понимаешь, что ты сказал, что ты не реализовываешься. Раз ты здесь, значит, ты все-таки двигаешься в своем сознании. Вы знаете, это было трудно ей встретиться с нами, мы практически полтора месяца, и проблемы были с переводом денег. У нее Поверьте мне, встретиться с вами легче, чем встретиться со мной. Но она здесь. Отлично, конечно, безусловно, согласен. Ничто не бывает легко. Малик, так и есть, это истина, действует на всех уровнях. Благодарю вас. Желание и воля протопчут дорогу к цели. Надо ее иметь. Это желание эту волю проявить. Если вы выбираете то, что легче, а потом спрашиваете, почему да. Я не реализовываюсь. Понятно. Будь открыт. Все в ваших руках. Вы, в принципе, ответили уже на седьмой вопрос, который я хотел сейчас задать, но все-таки я его прочитаю. Какой урок я проходила и прохожу до сих пор в моем последнем замужестве с отцом моих детей и как мне ускорить его прохождение? Как убрать болезненную зависимость от бывшего мужа и что я делаю не так? Вернее, как убрать болезненную зависимость бывшего мужа от меня и что я делаю не так? Ты должна полностью перестроить свою реакцию и отношение к этой проблеме. В первую очередь научиться защищаться и не пропускать в себя негатив, исходящий с его стороны. Может быть, ты выбираешь комфорт вместо силы воли. Это задача для тебя. Возьми листок и карандаш. Сядь и просмотри эту ситуацию и свою реакцию. То, что ты делаешь рутинно и по инерции, ты должна заменить другой реакцией. Другая реакция и будет твоя защита, которая не пропустит негативные эмоции. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Так, восьмой вопрос. Как вспомнить все то, что хочется знать о себе, то, что стерто, злонамеренно или вытеснено? Я не совсем понимаю этот вопрос, но вы лучше знаете. Ты уже начала вспоминать. Делай маленькие шаги. Береги свою тепло и свет. Не давай влезть туда черноте. Благодарю вас. Девятый вопрос. Как мне ставить защиты от интерференции и магии? Какие методы или способы мне лучше использоваться? Как защищаться во сне? Я бы посоветовал начать с манифеста. Все-таки слово имеет большую защиту. Второе.
не пускать в себе негатив. Как я уже сказал, беречь свой свет. Негатив отвлекает. Просто зажигай его своим светом. Ты сильней. Всегда помни это. А магия? А что такого в магии? Ну, понимаете, у нас мы сейчас после нашей встречи будем чистить еще квартиру. Вот, Мария, и, возможно, мы там еще найдем какие-то подклады. То есть это то, на что она, в принципе, не имеет никакого влияния. Это кто-то приходит и злонамеренно ей подкладывает какой-то предмет, который несет определенную энергетику с заклинаниями. И когда кто-то прикасается к ним, это проклятие начинает действовать. Мы в этом мире живем, уважаемый Малик, поэтому я прошу вас, возможно, и на этот вопрос, если можно ответить, потому Развивай что... Развивай свой свет. Твой свет уничтожит любую магию, сожжет его. Вот. Вот этот ответ я хотел Почему от вас. Почему вы решили, что магия сильнее ангельской энергии? Никто так не утверждал, ни в коем случае. Все внутри тебя. Помни свою силу. Я не могу судить, но у меня возник вопрос. Пожалуйста. Почему кто-то чужой заходит на твою территорию? Было бы правильно оградить свою территорию от людей, которые несут магию. Это же просто. Безусловно. Это действительно просто. Вот. Мы сейчас еще со своей стороны убрали у этого человека, который эту магию делал, желание, чтобы он опять приходил в ее жизнь с такими намерениями. Надеюсь, это продержится. Вот. Но, безусловно, ее намерение сильнее всего. Она может выставить защиту сама на весь свой дом и защитить и себя, и своих детей. У ангела очень много энергии. Если ангел, конечно, понимает и осознает эту энергию. Хорошо. Мы закончили. Я перехожу к последнему вопросу. Продолжай. Хорошо. Последний вопрос. За что? Три вопросительных знака. За что я живу в кромешном аду последние 5 лет? Вопросительный знак. Я не могу поверить в то, что моя душа выбрала такое. Может, это все-таки ошибка? Твоя душа смирилась. За что я уже сказал? Благодарю вас. Это пассивность и поиск легкого пути и корость вы назвали такие моменты. Правильно. Я просто все вместе собрал, чтобы человек просто понял, когда он будет слушать наш разговор, о чем шла речь. Понимаю, ну, у нее же есть возможность все это великолепно исправить. Именно на этом этапе, на котором она сейчас находится, когда она сделала свой... Возможность есть всегда. Хорошо, будем надеяться, что она эту возможность использует. Уважаемый Малик, мы закончили вопрос, и еще один вопрос от меня. Как она может с вами связаться? Она не предполагала, что она встретится сегодня с ангелом. Я бы хотел добавить. Будьте любезны, иногда пожалуйста. Иногда люди боятся сделать определенный шаг, чтобы поменять свою жизнь, потому что они находятся в зоне комфорта. Это слово так часто употребляется в нашей жизни на Земле и в сочетании выйти из зоны комфорта. И человек не понимает, что двигаясь в незнакомое место, новое, может, не такое уютное, вы открываете себе дверь к чему-то новому. Будь труден, но он вознаграждается. А зачем мы находимся на Земле вообще тогда, Малик? Мы сюда пришли работать. Мы сюда пришли развиваться, мы сюда пришли познавать себя. Если мы чего-то боимся, если мы ходим по кругу постоянно всю жизнь, безусловно, мы ничего не увидим. И никто не придет, и никто не скажет, друг, ты делаешь неправильно, посмотри налево, направо. Это человек сам должен до этого прийти и додуматься. Вот это мы и называем осознанностью на Земле. Поэтому бояться нельзя, надо идти этот путь, потому что мы здесь все добровольно, что люди, к сожалению, не понимают. По нашим воле. И мы очень долго стояли в очередь, чтобы здесь воплотиться. И поэтому нельзя этот шанс просто так упускать, а нужно развиваться.
Наверняка, Малик, есть на Земле такие вещи, которых нет в других мирах, почему мы здесь и рождаемся, чтобы какой-то опыт получить, который только на Земле есть. Знаешь ли, мы его боимся? Не всегда получить, иногда что-то отдать. Иногда и что-то отдать. Согласен. У ангелов в большинстве случаев отдать. Хорошо. Мы надеемся, Мария начнет отдавать, наконец, в этой жизни и становиться полноценным ангелом, как ей положено. Это значит дарить свет на своем пути в этом мире. Все правильно, но Марии сперва нужно восстановиться и разжечь этот свет. Вы можете от себя дать какой-то совет ей? Именно вот по вот этой последней теме. Разжечь этот огонь. Как ей это сделать? Я уже сказала, начни с манифеста. С манифеста. Хорошо. Все-таки сделаем, мы все ей передадим. Уважаемый Малик, мы закончили. Если вы еще от себя хотите лично что-то ей добавить, это был бы самый лучший момент. Я могу сказать только, что я на связи. И когда она будет готова, вы ее услышите. Я всегда слышу. Отлично. Уважаемый Малик, у нас есть добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые к нам приходят, всегда получают какой-то подарок. Или мыслеформу, или самые лучшие вкусные ягоды, которые есть на Земле. Могу я вам предложить что-нибудь? Я не был к этому готов. Вот, видите, как хорошо. Значит, вы тогда сейчас скажете нам. Скажите мне мир на Земле. Мир на Земле. Ну, сейчас вы меня в тупик поставили. Я могу вам показать умиротворение какое-нибудь на Земле, где люди счастливы. Может быть, так мы переформулируем? А есть такое место. Да, Малик, вы нелегко мне делаете, честно говоря. Я такого места, честно говоря, не знаю. Только на картинках видел. Какие-нибудь острова и так далее. Но я не знаю, есть ли там счастье. Давайте сделаем так. Я вам дам огромную сейчас корзину вкусных, самых свежих ягод, которые есть на Земле для вас и ваших друзей. Значит, три. Верочка, появляется эта картина, эта корзина. Это приятно. Я благодарю вас. Но как мне вам мир показать, Малик? Вы меня первый раз за все сотни сеансов, которые мы провели с другими людьми, поставили в такое положение, я даже не могу себе представить этот мир. Как он? Хорошо, благодарю вас. Это наверняка тоже был такой вопрос-урок, чтобы мы все задумались. Благодарю вас. Хорошо, Малик, сердечную благодарность примите нашу, искреннюю благодарность от Марии, от меня и от Веры за эту великолепную беседу, которую мы провели с вами, вы с нами. И за эти ответы на вопросы, которые, я уверен, Марии очень помогут в ее дальнейшем развитии. Мы надеемся, что она пройдет этот путь, выйдет с вами на связь и дальше начнет с вами контактировать. Я рад встрече с Марией и с вами. Благодарю вас. Благодарю вас. За это знакомство. Благодарю вас. Всего доброго. Мы прощаемся с вами. Прощайте. Рассинхронизируйся, Верочка. Он ушел. Хорошо. И... для усвоения энергии... Подожди, стоп. Мария, я обращаюсь к вам. Как вам сеанс? Вы все поняли? Не надо много чего обдумать. Безусловно. Хорошо. Во всяком случае, теперь уже есть о чем думать. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Марии в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем и гармонизируем все ее тела. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.